Близится лето и начало сезона детского отдыха. Пока будущие наставники сами в роли учеников. Школа вожатых в этом году прошла на базе детской флотилии «Парус». Более сотни наставников разделились на отряды и друг на друге отработали все теоретические знания, которые получили за месяцы подготовки. Очень много теории, очень тяжело, но не нужно сдаваться, нужно учить. И то, что происходит именно на инструктиве, вот эта вот вся практика, мне очень нравится. Мне нравится свой отряд, с которым я работаю. Мне нравится второй отряд, в котором я состою в своем городе тоже. У меня два отряда получается. Чтобы работать с детьми, необходимо получить знания по психологии и педагогике. Но все-таки самое главное – иметь огромное желание сделать отдых запоминающимся на всю жизнь. Если ты душой лежишь к детям, то у тебя все получится. Ну а в основном вожатый, как мы всегда говорим, должен обладать огромным спектром всех качеств. Потому что ты должен быть ему и другом, и товарищем, и мамой, и папой в определенный момент, и поддержать, и где-то подсказать. Ну, человек очень широким форматом. В итоге всех будущих вожатых ожидало тестирование. Впрочем, это не помешало им веселиться. Отряды устроили всевозможные активности, праздники, игры и концерты, чтобы отшлифовать свои организаторские навыки до блеска. Так что их подопечные летом точно скучать не будут.